Всем привет! Сегодня я зачитаю письмо от подписчицы, отвечу на ее тему, которую она предложила. Я надеюсь, мы тоже с вами пообсуждаем в комментариях, а вы напишите свое мнение по этому поводу. Итак, здравствуйте, Галина, давно подписана на вас, очень интересно рассказываете о Турции, о психологии отношений. Благодаря вашему каналу почерпнула много интересной информации. Никогда не верила, что на просторах интернета водятся адекватные турки, но со своим познакомилась именно так. Сложился негативный стереотип о турецких мужчинах после отдыха в Кемере, но этот парень рушит все ожидания и предрассудки. Очень интеллигентный, не позволяет себе фривольности. Он типичный такой... он нетипичный турок, поскольку прожил 7 лет в Америке и работает айтишником. Много путешествует, классно знает английский, и с ним невероятно интересно общаться. Так как я живу в Польше, мы договорились встретиться, когда он приедет, но в последний момент у меня планы поменялись, и я уехала. Год переписок, я согласилась поехать с ним в Будапешт на недельку. Он сразу сказал, чтобы я не беспокоилась, что он все оплачивает сам. И вот сразу у меня в голове звоночек. Как он будет относиться после этого, что я согласилась с ним поехать в другую страну на встречу? Мы не обсуждали с ним моменты, где мы с ним остановимся и другие нюансы. Думаю, понятно, что он не просто так будет готов все оплачивать. Очевидно, он будет ожидать чего-то взамен от меня. А мне бы не хотелось, чтобы это общение после путешествия сошло на нет. Подскажите, пожалуйста, будет ли турок серьезно относиться к девушке, которая вот так с ним согласилась поехать в другую страну и рассматривать ее в качестве достойной кандидатуры на руку и сердце в будущем? Знаете, я хочу отметить здесь несколько моментов. Важно, он здесь не один. Здесь где-то есть заблуждение, где-то какие-то страхи и так далее. Первое, это зависит от человека, от его семьи и так далее. Вот я у него хочу отметить, он 7 лет в Америке прожил и работает айтишником. Прожил, то есть он уже сейчас там все еще живет или вернулся в Турцию, то тоже важный момент. А турки, которые жили где-то за границей или по работе, по каким-то, знаете, командировкам ездят, ну, короче, знакомы с другой культурой и не зашорены, не дальше своей страны никуда не выезжали, они очень часто легко перенимают манеру общения, вот европейский стиль в отношениях, живут с девушкой до брака могут быть. В общем, по сути, они очень многие берут что-то, взаимствуют, что им близко, интересно, им приятно или там выгодно, из других культур в этом плане, да, общения. Но если мы копаем поглубже, то есть всегда, по сути, на дне, там, это тот турок, которого воспитали родители, как у него в семье было. Здесь уже надо смотреть на его семью, в какой части страны они живут, каких взглядов придерживаются, светских или религиозных, какой социальный уровень недостаток. Учился за границей 7 лет, в Америке жил. Я уже сразу говорю, что это уровень сейчас Турции выше среднего, у кого есть родители, деньги отправить за границу или там обучение оплатить за границу, тем более в Америке. Это не дешевая совсем история. Говорит о определенном уровне его семьи, взглядах в том числе и так далее. Но при этом вы уже для него не та из интернета девочка, вы с ним год уже переписываетесь, это что-то значит. Он уже год вас узнает до этой поездки, он же вам не через месяц предложил. Год прошел целый, то есть это уже показатель, это вы уже хорошо друг друга знаете, я не скажу до конца идеально, но это уже уровень общения, это не 2-3 месяца люблю-куплю, выходи за меня замуж, вот этого бреда. То есть это уже для меня, как скажем так, намек на то, что что-то может быть серьезным, что это все, ну, парень может быть серьезными намерениями, типа все окей. Это не гарантия. Но больше склоняет меня подумать, да, о том, что как бы он адекватный, с ним все в порядке. Если бы я была на вашем месте, что бы я сделала? Ну, я не на вашем месте, конечно, но все равно. С моим опытом жизни в Турции, общаясь с турками. Я бы... классно, пусть оплачивает, если вы не против, но вы вправе абсолютно предложить ему какие-то условия, типа... Ты выбрал отель, в котором мы остановимся? Он там, например, скажет, нет еще, или там я выберу, а ты бы... То есть учитывает ли он ваши желания? Спрашивает, а ты, может, какой-то определенный хочешь, или у тебя там есть рекомендации, может, у тебя друзья останавливались? Поднимите такую тему, где мы будем жить, в каком отеле? Затем спросите про номер, не стесняйтесь, задавайте прямой вопрос. Мы будем жить в одном номере или в двух разных? То есть вы вправе выстроить какие-то условия вот этого проживания на месте вашей встречи, и я уверена, что если... И тут смотрите на его реакцию. Про вот серьезное и несерьезное. Серьезный чувак воспримет, скажем, и вы ему объясните, я тебя все равно, мы с тобой год общаемся, но тебя первый раз буду видеть в жизни, там, не знаю, я побаюсь, опасаюсь, что-то такое, да, это нормально вообще-то. Мужчина, который про серьезное,
женщину, ее страхи, он будет их уважать и постарается максимально развенчить ваши страхи, сделать так, чтобы вам с ним страшно рядом не было. Поэтому скажет, хорошо, если тебе будет спокойней, я рядом сниму себе отдельно номер. Пожалуйста, если ты потом захочешь, например, мы это можем поменять, отменить там и так далее. Если тебе так спокойней, если он трясется за вашу встречу, он сделает условие, что вам захочется спокойно туда поехать. То есть мы не угрожаем тем, что я тогда не приеду, а мы просто говорим, мне будет страшно, смотрите на его реакцию, мне будет страшно, тревожно, и как он реагирует на эти слова, на ваши переживания. Он старается оплатить максимально какие-то общие там траты, платить самому. Это показатель у турка о том, что он про серьезное, там не обязательно прям про будущее, вы уже там про семью, жену спросили, вы что-то впереди не бегите, это еще рано, и ваша встреча первая, это не говорит о том, что вы там замуж выйдете. Не факт. Сильно, чтобы потом не разочаровываться, об этом сильно вообще вы из головы выкинете, вы едете отдыхать, приятно проводить время, и потом, если все будет окей, когда-нибудь там что-нибудь, да? То есть попроще к этому относитесь, пожалуйста, чтобы потом не было больно разочаровываться, он куда-то пропал или еще что-то. Это только первая встреча будет, хотя вы год уже общались. Короче, сильно не очаровывайтесь, чтобы потом больно не было, если что. Короче говоря, меня все лес куда-то уносит, да? Когда турок про серьезное, вот он учтет ваши страхи, постарается их как-то купировать, ликвидировать их. Затем он постарается максимально все оплачивать. Если вы будете категорически против, он там, ну, позволит вам что-то, я не знаю, там, в ресторане даже, наверное, оплатить не позволит. Ну, что-то там, или 50 на 50 в каких-то моментах. Он на это может согласиться. Но ему это не понравится, сразу говорю, потому что ему будет казаться, она от меня отдаляется, это дистанция, это между нами преграда какая-то, мне так не хочется. То есть ему это будет точно не прямо оскорбительно, но дискомфортно точно. Он может об этом не сказать, но можете почувствовать какой-то от него холодок после этого, после вашего заявления, что нам что-то 50 на 50 собрались платить, он может немножко отдалиться. Ну, не очень понравится, когда про серьезное. Вот если турок не про серьезное, про потусоваться, постели и все прочее, он скажет, классно, 50 на 50, зашибись, я сэкономлю денег, потом еще кого-то куда-то повезу, да? А второе, он не будет учитывать ваши страхи и интересы, он снимет один номер, потому что ему нужен там результат, за которым он едет и так далее, там развлечься, провести время, нафиг ему два раза больше платить, снимать два номера, а вас что-то там заботится, не нравится, короче, красавица, не едешь. Он к этому не прислушается, он легко разрешает платить за себя, это то, что про нее серьезно, потому что он экономит свои деньги, потому что он тратит на остальных женщин и так далее, большие расходы. Что еще? Он может очень много и красиво говорить, но а мужчина, который про серьезно, может быть более молчаливым, спокойным и присматриваться сам. А вот который не про серьезный турок, он будет вот такой вот весь ветреный, активный, хихихоньки-хахоньки, вот такое. Я вот именно про серьезных турок, про знакомых там своих могу сказать, что они такие более собранные, спокойные, много не болтают, скажу. Они слов на ветер не кидают, они больше действиями показывают что-то. И дальше ваш вопрос, да? Мы не обсуждали с ним моменты, где мы с ним останавливаемся, другие нюансы. Вот, пожалуйста, обсудите их обязательно. Будет ли турок всерьез относиться к девушке, которая вот так с ним согласилась поехать в другую страну и рассматривать ее в качестве достойной кандидатуры на руки и сердце в будущем? У меня вопрос, а как согласилась вот так поехать? Вы год общаетесь, а куда вам еще ехать? Типа к нему домой сразу? Ну, то есть, я, знаете, мне что кажется? Вот читая письмо, как именно вы вопрос задаете, что вы вот очень просерьезное, очень сильно, либо этого очень сильно хотите, либо прям у вас ехать, не ехать, вас так важно, прям держит, будет потом со мной общение или нет. Понимаете, дело не... Он может потом, после встречи с вами перестать общаться, быть холоднее. Знаете, не потому, что вы согласились на встречу поехать, а потому что во время встречи ему с вами не понравилось. У вас не получилось химии, влюбленности, чувств каких-то. Вы будете на уровне друзей, знакомых, приятелей. Но не будет химии, любви, там, влюбленности, вот этого всего. Но это не произойдет не потому, что вы навстречу приехали и типа я была легкодоступной. Абсолютно. То есть у вас в голове какой-то определенный стереотип сидит, вы его очень сильно боитесь, этот страх, и меня сейчас о нем спрашиваете. И уже боитесь, потому что, а я согласилась, блин, все, я уже накосячила, напортачила, я его уже потеряла. Вы его еще не обрели, чтобы потерять. Еще ничего не было, вы еще не встретились. Вы слишком впереди повозки бежите. Вы слишком торопитесь. И если что-то не получится,
вы очень сильно расстроитесь, и будет вам очень больно и неприятно. То есть, и этот вопрос будет только к вам. Как бы относитесь к этому, пожалуйста, легче гораздо, легкомысленней. Смотрите, встреча на нейтральной третьей полосе — это вообще нормальная практика. У меня есть старое-старое видео на канале «Техника безопасности при встрече с турком» или что-то вот в этом роде, где копии паспортов, в разных комнатах, например, остановиться в отеле и так далее. Посмотрите его, сделайте так, вот поговорите заранее про номера, кто еще платит, как себя ведет. Вот это вот все продумайте, не стесняйтесь, не молчите об этом. Поэтому, если изначально вот факторы турок просерьезные, если вы ему понравились, то что вы согласились на какую-то там встречу, ничего менять не будет. Он вас условно любит, ему наплевать, куда вы что поехали, он не будет там продумывать многоходовки в своей голове, а она быстро согласилась, а она такая рассекая, приехала, вот эта история, ему наплевать будет, у него чувство в голове — любовь. Если не про серьезное, он изначально не планирует ничего серьезного, он едет развлекаться и так далее, и при отдалении, когда он получил то, что хотел, и не планирует продлевать общение с вами, а когда оно будет глохнуть, и вы его там в переписках, ну чё там, как дела у нас, вот это вот все, будете у него что-то там спрашивать, если вы невротик, особенно за него прям цепитесь, будете страдать, он тогда скажет: ты легкомысленная, ты быстро согласилась, я от тебя отказалась, ну что-то такое. Но это будет использовано как повод съехать с истории с этой, как отмазка, как отговорка. Вот и все. То есть это можно использовать как какой-то аргумент для оправдания, потому что почему он не хочет быть там вместе или там развивать отношения, как, короче, назовите как хотите это. Но это использование темы. То есть это не сама вообще проблема, я так скажу. Здесь проблема в том, если это можно еще проблемой назвать, то есть будет у вас химия, понравитесь вы друг другу или нет. Все, больше ничего, проблем никаких нет на самом деле. Проблема в вашей голове и ваши страхи. Вы уже заранее сейчас боитесь, что я не то сделала, не так себя повела, не так там стала, не так. Проблема с самооценкой, когда такое спрашивают. Вы в себе не уверены. Будьте проще, легче относитесь. Вы едете развлекаться, вы едете навстречу, вы едете на влюбленность. Проведите классно время, посмотрите город, проведите время с человеком, не зацикливайтесь, а какая я, а о чем с ним говорить, а как мне правильно одеться, вот этой фигни все, чтобы в вашей голове не было. Будьте такой, какая вы есть. Просто старайтесь максимально получить удовольствие от этого мероприятия, которое у вас будет. Так что да, турок может рассматривать вас как серьезные отношения после такого, может. И только если изначально он заточен на серьезно, ему это нужно. Если он про погулять, потусоваться, он это будет использовать всегда вот как отмазку в итоге. И это самой причиной, короче, это действие, ваше согласие на встречу, причиной самой не является. Это никакой вообще не решающий фактор. Важно, что у турка этого в голове, как он к вам относится. Вот. Дело вообще не в этой поездке. А, наверное, для вас было бы приятнее, если бы он позвал вас, например, в Турцию к своим родителям встретиться в первый раз. Но это значит, через полгодика у вас бы свадьба была. Это что за бред вообще? Потому что вы его не знаете толком, его семьей знакомиться это очень рано. Короче. Плюс, не забываем, он 7 лет прожил в Америке, может быть, и сейчас там живет, не знаю, об этом ничего не написано. Просто наслаждайтесь жизнью, берите от момента все и не заморачивайтесь, что вас подумают, какой будет результат. Вы, видимо, очень сильно хотите результата. Ну, блин, будьте максимально расслаблены и комфортны, получайте наслаждение от процесса, и будет вам счастье. Будьте такой, какая вы есть, не пытайтесь одеваться маску, быть какой-то не такой, какая вы есть. Это всегда у людей чувствуется, этот фальш, скованность, сдержанность какая-то, это и отталкивает. И тогда вот этой вот химии и бабочек в животе не происходит. Так что идите спокойно, ни о чем не думайте. Выкините все это из вашей головы. И живите вообще одним днем условно. Не надо думать о потом, о будущем, которое будет там когда-то потом. Его может не настать, как показывает, к сожалению, наша вот практика. Жизнь очень быстро меняется, катаклизмы происходят, проблемы какие-то. Можно и не дожить. Живите сейчас. Тратьте время, вот прямо сейчас на удовольствие свое. Кайфуйте, так я вам скажу. Что вы думаете, подписчицы, на эту тему? Напишите в комментариях под видео. Мое мнение такое.
Спасибо за внимание. В инфобоксе под видео ссылка на телеграм-канал самых свежих новостей о Турции и моя почта, куда вы можете прислать либо историю от анонима для публикации на канале, чтобы я на ваши вопросы ответила, или запись на консультацию индивидуальную в скайпе, консультацию психологическую. Скоро увидимся. Всем пока.